такая. Где? Она, наверное, уже убежала. Ну, если черная, это уж. Да, черная. Это ужик. Это не страшно, она поедает крыс. Ага, да, это уж. Да. Красавица моя. Ты ж красавица моя. Как хорошо дождик пошел. Это ужик. Он совершенно безвредный. Маленький. Это еще маленькая, такие потолще были здесь. Это лялечка. Красотулечка моя. Ой. Да ты ж моя красотулечка. Шипит, ага. Нет, я на тебя нападать не буду, нет. Хвостик у нее обыкновенный. Вот. Пошла к соседям, правильно? Работает кондиционер? Да. Так посмотрите. Ой, как красиво, правда. Обалдеть, на солнце. Так ты включил уже, да, его? Я включил, вся там не работает. Боже, как красиво. Это же надо, солнце как ярко светит, и у нас слепой дождь. У меня что-то кондиционер работает, все нормально, я же купила новую эту регулировку. Таймер, или таймер, как он называется. И сейчас наш дорогой, единственный мужчина в нашем доме, он заменил ее, пытается все завести. Все работает, все сильно мерзнет, но... не работает этот, господи, боже мой. Короче, все работает, но что-то не работает. А как хорошо, когда такой дождичек. Небо светло, чисто, и дождь идет. Это же вообще чудо. Это кондиционер, это часть внутри. Все потекло, все было. Можно дотрагиваться, не убьет. Там вот внутри тоже льда было дофигища. Я включил сушку, попробовать тепло сейчас. Чтобы высушил. О, горячий пошел. Ну, я чтобы высушил. Ага. А если попробовать на горячий, тоже не пойдет? Не, он не работает, я же говорю. То есть его надо менять, да? Угу. Ай-яй-яй-яй-яй. Угу. Что бы мы без тебя делали? Ну, сколько воды натекло. А я уже все выложила, выбрала воду тряпками. Все равно еще капает. Все было холодное, ледяное, льдом покрытое. Короче. Да. Как это? Термостат, да, называется? Угу. А это новый термостат. Модный такой. Да. А во всех комнатах я включила вентиляторы, везде подкрывала все окна. Итак, кипит мой чайник, вот такой маленький чайничек. Все, выключился. Можно открывать, засыпать туда кофе. Стоит, не могу сказать сколько, недорого. Вот она коробочка. Именно хорошо для путешествий. Теперь открываешь вот эту штуку. Ручка поднимается. Да, там. Я вскрыл, посмотрел. Угу. Вот такую картошку я сделала у себя в своем новом, как бы сказать, air fry. Я сюда сейчас посыплю паприки. Хорошо посыплю паприки. И добавлю. Я уже посыпала вот этим вот, там
что там, лук сухой и гарлик сухой. И сверху положу сметанку. Это будет мой обед. Сегодня на завтрак у меня был половинка творожка с бананом. Something with the motor, yes? Something with the motor. You have to check motor. Ah, you have to put new one. Yeah, we're gonna change it. Okay. Yeah. Wonderful. You'll see. Mm-hmm. It's not happening. Don't work. Mm-hmm. Don't run in. Okay. Thank you so much. Ой, ура, сегодня будет работать у меня кондиционер. God, it's working. Thank you so much. Какие молодцы, так быстро все сделали. Какие умнички. Так, надо закрывать окна. Ой, как здорово, боже мой. Компания Gold Space, молодцы. Все поменяли, все сделали, умнички. И у нас теперь работает кондиционер.